По просьбе руководства Новотошковской военно-гражданской администрации северодонецкие волонтеры собрали и доставили в прифронтовой поселок специальный гуманитарный груз. Набор для рисования лепки, детские книги и игры привезли местной детворе. Каждый смог выбрать подарок по своему вкусу. О том, чем занимаются поселковые дети, родители говорят кратко. Все время дома. Или на улице гуляем, когда не стреляют. Двум пенсионерам, жителям Новотошковского, привезли так необходимые им ходунки. По хате передвигаться другой раз, так что ноги болят, что я и ходить не могу. Я в основном то на руках хожу, вот видите, какие руки. Мне ноги полностью отказали. Как начали стрелять, я пошла за углем и упала. И ногу поломала в бедре. В следующий приезд северодонецкие волонтеры доставят детское питание. Заместитель руководителя Новотошковской военно-гражданской администрации Сергей Кривошапко сообщил, что всех поселковых детей отправят на отдых в оздоровительные лагеря.